Это ты меня закрыл? Не-не. Не, Даня, он граффити меня закрыл. Граффити сделай. Wait a minute. Who are you? Дурак? Где он? Ола, амигос, и вечер добрый. С вами Квантум, с вами Медалист, с вами Руди, с вами Дизари. И добро пожаловать. Сегодня CS GO. Гомер-маньяк против Барта выживающих. Йоу, всем блин, привет, всем друзья. Здорово. Сегодня будет огромная карта, сегодня будет много угара и троллинга. Желаю тебе приятного просмотра. Мы будем начинать, и ты не забывай про подписки и лайки. Погнали. Let's go. Дизари. Они нас видят через свой прозрачный куб. Нам нужно так, быть ребята, аккуратными. Погнали сюда. О, я нашел нычку наконец-то. О. А у меня голова торчит, посмотри. Мой прикидик вот этот сверху. Да, твой причиндал желтый, как ведро торчит там. А вот так. А так нет. О, нормально. Прям вот так, прижмись к стене. Шопой. Нормально, мы будем друг друге сидеть. Там просто руки, может быть, видно. А вдруг они нас уже видели? Ну, жопа нам тогда. Погнали. Они вышли. Все, Дизари, вот теперь капец мы вышли там, походу. Слышь, ну я примерно понимаю, где они. Ты думаешь, мы сдохнем сразу, Дизари, или попозже? Я думаю, сходи и закрой. Сразу попозже. Главное, чтобы они нас... Карта, конечно, большая. Ага. Угу. Вот, ты там тоже можешь... Карта сказать, большая, но мне кажется, Дизари, они вот в этом видно, здании. Посмотри. Слышь, тут все было открыто. У тебя ноги торчат. А у тебя тоже руки торчат. У тебя ноги. А у тебя руки. Ты можешь не шевелиться, просто не так шевелись. Друзья, вы где? А вы где? А мы здесь, мы тут. Они вон они гуляют там, смотри, по второму этажу. О, там курица под автобусом. Тут ага, тусить нормально. Знаешь, что я хочу, слышь? Ты что, захочешь? Я не знаю, как вы, а я хочу вас подставить, пацаны, немножко. Не надо нас подставлять. Он в автобус полез или полетел куда-то, не понимаешь. Я хочу забрать мясо. Он съел мясо! Он нашел мясо и съел мясо! Ну, а что, не веган? Дима съедобная, бляха-муха. Подсказку кинули. Дизари, у тебя офигенная нычка, а они тебя не нашли и меня не нашли. То есть у нас все хорошо. Где ты? Беги, беги! Ой, во, я нашел Дизари, я нашел Дизари. Там еще один бежит с тобой, Дизари, там. Блин, ракурс. Стоп, тебе там жопа. Сказали, офигенная нычка. Он вот тут сидел. Хорошо, что я ушел оттуда, Дизари. Мясо наверху крутится, чего? Да, да там мясо, смотри, видишь, появилось опять. Хороший план был разделиться, правда, я умер, но... Где ты, Димон? Скажи, я тебе скажу, где я. Подскажи, не молчи на меня. Я на улице. И я на улице. Нет, я уже все в здании. Тут у меня как бы крыша над головой есть, хорошо. Крыша над головой есть, нефиг лезть, как говорится. Понятно? Ага. Да. Ха! Опа. Яха, муха, зачем так палиться тупо? А? Он вокруг, по улице, Руди, можешь его резать, Руди, режь его. Руди, не режь его. Меня там нет. Руди, не режь меня. Вот, Руди, Руди, я за ним, блядь, за ним. Где я застрял-то? Да мне найти. Вот он, бляха ты, муха. Вот он, вот он. А? Польёт мне. Что за хрень происходит здесь? Руди, что он делает? Ля! Руди, вот, вот, вокруг дома, обходи его, обходи его, Руди. Обходи, это что, дым бань? Не кидай! Дым не кидай, блядь! Руки оторву, сука какой, а! Не надо, только не руки. Руки, меня! А! Режь! Даня, Даня, флекси, флекси, Даня! Он в дым обратно пошел! Шаги слышу! Сука! Вот он! Ничего себе, маневры какие! Нет, я хочу! Он сейчас улетит! Что за беготня начала? А, где он? А вот он. Eat my shorts! Догоняй ты, муха. Фиг, парни, это реально какой-то это. Догоняй его. Трындец же. Трындец же, как быть. Он на втором этаже. Ты думаешь? Да. Как быть-то? Чего? Как быть-то? Да ну нафиг! Да это так повезло тебе! Жесть вообще! Слышал? Охренеть! Димон! Я смотрю, он цепляет, я вообще вышивал так, где как ты мог. Выпускал? Я вот говорю, я на втором этаже, я вижу картину, ну как, ковер. История о драконе. С историей. История о драконе. Это тебе подсказка. Доширак, да, за диваном спрятанный, чисто на черный день. Вот я вижу Гомера, который с таким не очень высокоинтеллектуальным взглядом пришел. Что-то пытается в стену прыгать. Вышел из нычки. Иди ко мне. Да. Прыгает. Так. На каком этаже? Я на всякий случай. А вот тут вот нычка есть на второй этаж. Нычка на второй этаж? Иди.
Тут доширак, блядь. Во, нашел нашу нычку с дошиком. Это обман наш дошик был. Стой, Руди, иди ко мне. Смотри, два гомера тупо тупят. Это жесткая история вообще. Короче, пацаны, рядом с картиной история о драконе. Куда-то один ушел из вас, он не туда пошел. Рядом с картиной история о драконе. Вот там вот очень рядом. Вот. Вот где-то здесь вот ищите. Вот в этом вот районе. Бля, вот здесь какой-то вход, сука. Нормально мы их заскамили. Вообще жесть. Ладно, давай вылезем отсюда. Есть ощущение, что они нас затроллили. Блять, я еще мяско. Я не знаю. Делать что хотите, но у меня мясо не отнять. Да, пацаны, там граффити на втором этаже появилось, пацаны. Это было страшно. Вообще жесть. 45 секунд остается. Граффити, это телепорт? Видим мы граффити. Это не телепорт. Где он был сейчас? За дымовуху кинул. Это не я сейчас кинул дымовуху. Да я думать, я ничего не вижу. Я там какой-то проход нашел. Я вышел, пацаны. Это вначале просто мясо апокалиптического масштаба какого-то ты было. Ты должен был умирать. Если бы не леталка, ты бы помер. Зачем ты задымился? Короче, я возмущен до глубины души. Я случайно, Руди, брат. Зачем ты, говорит, надымил? Пацаны, вы где? Привет. Блядь. Вышел такой, че? Мы маньяки. Они наверх полезли, говоришь? Хорошо, наша задача их найти. Ну я слышал там какие-то звуки, выстрелы. А где он был? Бля, Руди! Он был в твоем дереве, в котором ты хотел спрятаться первый раз. Понятно. По молодости. Умер раньше, чем я. Умер за 15 секунд, причем, знаешь. Моментально. Зачем Димон, ты это сделал? Ты в доме или на улице, Димон? Бля, вот умец, дай просто 30 секунд, я поживу. Давай, сейчас позже. Все равно всем скажешь, где тебя в доме или на улице искать. Ладно, я в доме, вот граффити. В доме реально, он не обманчив. А я не слышал. У меня умер Руди, понимаете? Во-первых, соболезную. У меня минута молчания, я молчу. Это ты меня закрыл? Не-не. Не, Даня, он граффити сделай. Wait a minute. Who are you? А, бля. Дурак? Где он? Вон он. Сука. Зачем он-то пошел? Я случайно. Он вышел с нычки? Да. Где он? Ты видишь его? Он, я не знаю, его потерял. Куда он полетел? Он на автобусе где-то был. Не-не-не-не-не, он не на автобусе, Дизари. Если что, я посмотрю. А вон он, где ты умер. Он в дом заходит, он в доме. Бля, а чё? Где он? Я слышу, как он топает. Стоп, а вы чё, нормально. Вы боты, блядь? Почему кто-то меня пропустил? Чё за... Мы потеряли его. Что за... Сейчас просто кто-то взял и не побежал. Да ты жёлтый, блин, походу я тебя перепутал со своим и не убил. Просто... Жесть какая-то. Я отошёл от меня, блядь. Я его даже не видел. Я думал, походу я его пропустил, но я подумал, что ты бегаешь. А я такой, типа, чё за х**ка не работает? Я вас не вижу. Сейчас видит, да? Нет, блядь, кто вы? Я вас не вижу. Вот, я здесь, на первом этаже. Ты видишь сейчас меня? Нет. А где ты говоришь, я здесь на первом этаже, в смысле? Здесь, на первом этаже я. И граффити оставил. Он где-то под полом, он ниже первого этажа, по-моему. Как мы его не видим? Ах ты хитрый жук. Я нашел его! Ты да? Поймал его? Нет. Сейчас я его поймаю. Ты видишь его или нет? Да, он сейчас телепортируется, он залез в нычку, которая в потолке находится, домовой. Сейчас я его сниму оттуда. Нашел его? Он убежал, телепортировался. А куда убежал-то? Дизайн, как ты пропустил его? Я их трехую просто, ребята, я бегаю за вами, прям в спины, сука, вы назад не смотрите. Это тебя было. Нет, ты желтый, поэтому ты со мной... Да. Кто-то из вас бежал к прыжкам. Дизари был за мной. Получается, Квантумет бежал к прыжкам. И вы просто меня потеряли. Блять, дурак? Ты видел его? Да, он меня напугал. Как он тебя напугал? Сука! Дизари, какого фига? Где он был? Вопрос просто не так, Дизари. Как он туда за стенкой был? Как он туда попал? Что делать будем, Дизари? Во, я нашел. О, ты хорош! Да мне тут скучно сидеть, я не могу. Где? Ну ты-то хоть не сдохнешь. Можешь им кинуть подсказку, дикой?
Ок. Давай. А где она? А. Не знаю, я вслепую. Пацаны, бросал. Слышите, взрывается? Так вот, тут что. Ого, там один прилетел, Гомер Симпсон, вообще безумец. Во-во, вижу. Один нашел подсказку. Смотри, Дизари, будь аккуратнее сейчас. Не, мне кажется, телепорт. С такой нычкой у тебя есть все шансы выжить. Если что, говори код красный. Хорошо. А если код прекрасный? Ну тут есть. Да-да, все хорошо. Успел. Нет. Там... Дизари, все хорошо, Дизари. Расслабься. Ну, там один на детской площадке скачет. И нифига, батут, что ли? Сука, он меня видит. Или бутылка. Он ты прыгает. Далеко от нас? Я далеко от вас. На бутылке скачет, класс. А ты слышь, где? Слышь, они где-то... Где они? Держи в курсе. Держу в курсе, они ходят рядом с автобусом. А один, короче, по коробкам за автобусом прыгает, другой в автобус летит. О! Что случилось-то? О, блядь, ладно. Вот он, Барт, полетел, как я дело. Я хотел до тебя... Ты ноуклип юзаешь, а не ноуклип был. Он что, звезда? Блядь! Руди, ты меня подловил! Я его почти догнал, блядь! Чего? Ой, вот он опять в автобус лезет. Это не он! Это не он! Это другой! Не он! Дизари, сори, брат! Дизари погиб. Боже, жуткий гомор убил. Ну ты умер за квантумца, серьезно. А я при чем здесь? Я до квантумца так решил, типа, ты куда полетел, система? И через секунду меня так же, ты понимаешь, ты квантумец, блядь, полностью оправдан и прощен. Вот и хорошо, как получилось. Че тебе надо? Че тебе надо? О, блядь, ты пришел внучку единственную, которую я снова проверял в начале. А че не сработало-то нафиг? Вот, ты застрял! Да! Никола, ты не уперся! Вы думаете, единственная нычка, которую я проверил в начале? Мы вышли. Выходите. Здесь никого нет? Нет, никого нет. А мы сейчас вас всех найдем и убьем. Нет никого? Нет, никаких нет, ультимативных нычек, которые тут можно было бы... Ты разбил Дизари? Да. Я просто прыгаю. Ну просто прыгать тоже неплохо. Аптечки сверху, да, они, кстати, находятся. Дизари! Я тут кое-какую фигню спалил. Какую? А тут балбес один желтый с сигой. Блять, это так работает. Вон он, лови его. Ловлю его. Драт у тебя. Сука, я думал, я туда попал, чтобы ты понимал, по сложному. Я тоже по сложному пути попал. Одного съели. Где же Руди? В нее правда заходило, прям даже несколько человек сразу за вечер. Я просто пожить. Здесь жаночка такая интересная получается у вас. Она легкодоступная. Угу, и она в доме находится. Она в доме находится, легкодоступная шаболда. Я сейчас всех покажу. Он свалил? Всех легкодоступных обошел. Он свалил, он знает, я нашел его нычку. Он убежал. Куда он побежал? Нет, Руди, нет. Подсвети его. Я его не вижу сейчас, но я видел, что он улетал на подъеме. Ты видел его прям, да? Да, прям его, это был Барт в красной футболке. И синих шортах. Куда ты сюда он прыгнул? И куда он мог улететь? Выхода нет? Нет. Где он? Я не знаю, что делать, они ходят прямо у тебя. Руди Гарчи, покажи себя. А вот он. Реально помогло. Я его увидел. Привет. Ты видел его? Да. Иди сюда. Заходи. Ну, они-то, в принципе, нашли. Пойдем, вот это же, ты помнишь? О, да, это крутое место. Заходи сюда. Куда когда-нибудь ведет Руди это? Перестанет быть ботом, но это совсем другая история. Подсказка. Ну, такая себе подсказка. Слышь, не взрывается. Можно было и покурить. Вот там, где взрывается, там и мы. Где-то в том районе. Возле Драгонлора. Пацаны, подсказка, идите. Ладно, идите, где ковер с Драгонлором. Где ковер, оба заходите. Оба заходите туда, я вам дам подсказку. Нет. Оба, блин, они... второй не пришел, второй пусть заходит. Че, дай им... Не-н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 е, пока не давай. Заходите, заходите, оба. Садитесь на диванчик в угол садитесь. К цветочку подойдите, пацаны. Я их буду контролировать. Цветочку подойдите. Вот красный, они в цветочке сидят. Он сейчас нас телепортирует, вот они, блядь, вот козлы. Все, залез? Они не успели. А как ты их там закрываешь? Подожди. Ну, как бы просто легко и обычно.
Все, мы им дали подсказку. Сука! Утюка. Пацаны, идите снова к ковру с драгонлором. Ковру с драгонлором, идите. Вот он, падла, вот он, вот он. Вот. На. Дизари, вот беги нафиг. Я сбежал. Так. А, они были прям у нас под лапами. Да, надо. Да как ты? Дима? Дима? Да. Дима? Ты умер, Дизари. Второй раз там убивает, да. Я понял, что кто-нибудь сейчас убежит и подумает, что а вдруг его не чекнут тут. Жесть. Дизари, ты нормально убежал. Вообще. Слышь, он тебя троллит, Дизари. Не-не-не. Просто у меня сейчас такой тут уровень опасности сотого уровня. Трындеть, что просто не сказать словами, не описать вообще текстом. Ты второй этаж опять? Как бы нет. Как бы да. Слышь, это он опять на втором этаже. Какие там еще варианты есть? Что он нас как-то скамит. Вариантов как бы много. Капец, это был. Это жесть. Чисто один дом? Чисто один дом, в котором есть нычки. И вы не можете, в принципе, с ним справиться. Тут... Просто один дом и один Даня, который спрятан в этом доме. Блять, как... Найти меня нужно каким-то образом. Найдете ли вы меня? Если вы найдете, то... Да, тебе один раз хватит найти, по-моему. Ну, так-то да. Там видишь, слышь, вот этот... Слушайте, пацаны. Квадратик, походу, можно... Не понял, блядь. Подсказку я вам дал. Я говорю, идите к ковру, я вам дам нормальную подсказку, еще одну. Вы же не хотите блядь. Подсказок получать, поэтому вот, лазьте по лестнице, лезьте туда. Ну, у ковра, ну давай. Ты слышишь, он здесь за стеной шебуршит что-то? Это... Блин, птичка! Да! Наш бабочка. Это двухметровая птичка. Слоны вырвали! Вы все полетели! Дверь закрыта, слышь, то есть он стопудняк тут. Я не знаю, но где-то он что-то точное тут нашел. Опа. Нормально. Пацаны. Чего? Хватит там топтать так сильно. Ну вы близки сейчас. Вот, вот, да, вот я, слышь. А что там кнопка за верху, смотри, видишь, что написано? Не-не, вот над отходом, над входом. Ага, охрана. Так, вот это еще нажать. Жесткая история. А кто лестницу ворует, вопрос? А, вот она уезжает. Жесть, лестницу воруют. Ты видел лестницу? Прямо перед носом. Да не говори. Он откуда отсюда, блядь, вылазил, стопудняк. Жесткая история. Хватит лесенку воровать. Не воруйте лесенку, господа. Смотри, тут вот... Он... Я не знаю, тут что-то неявное происходит. Стой, стой! Он вот тут был, он меня на***л сейчас. Просто поворачиваешь, такой неловкий момент. Ребят, ну что же на этом все. Это был CSGO, это был Барт, выживающий тролль против Гомера Маньяка. Как тебе ролик, пиши в комментариях. Спасибо за просмотр, не забывай про подписки. Всем пока и до скорых встреч, пока-пока. Доброго, ребята, и позитива.